Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я бы вам хотел рассказать всем обоим по порядочку, как набрать 1000 подписчиков на Ютубе. Первое, вам необходимо поделиться с кем-то. Вот смотрите, например, выложу я какой-то... Боря, видео снимай, замолчи! Итак, вот, Ютуб, можно скопировать ссылочку. Вот тут, смотрите, вот, как будто я открыла WhatsApp, но это не настоящий. На самом деле, это вот фейковые переписки. Вот как вы сейчас можете наблюдать. Ну вот смотрите, как будто я скопила ссылку на видео и я отправила ему. Вот смотрите, вот как будто это ссылка на видео. Ну это как бы не ссылка, это описание на его страшного видео. Даже жук-убийца. Вот. Вот, и вы отправляете, ну, на какую-то социальную сеть. Пусть оценят видео ваше. Тогда у вас будет хорошая, прикольная, нормальная аудитория. Вот. Конкуренция нужна вам еще. Смотрите. Вам нужно искать какие-то темы. Смотрите, что больше набирает видео. Да, папа, тихо, я видео снимаю. Можешь не мешать, пожалуйста. Извините, там папа. Блин, вам уже социальные сети. Витакью. Повторяйте видео. Ищите, где много вообще просмотров, лайков. И вот. Потом вы делаете такое же видео, только по-своему. А если вы будете... Ну, говорит, что вы типа там переводите контент, это обман своих подписчиков. Если вы наберете 1000 подписчиков, то конкуренция вообще не останется. Понимаете? Все, вот здесь понимаете. Вот, например. Вот лето Данил Балашов, скоро будет на Ютубе у меня. У меня было очень хорошее, да. Очень хорошие вот такие люди, которые были популярны. Вот, сейчас расскажу кое-что. Вид АКЮ вы должны делать... Я опять сделал опять неправильные теги. Некоторые видео, смотрите. Вот Ютуб. Я жду загрузки Ютуба. Скоро трек, а тегов нет. Как его найдут? Пишет кто-то. Давайте сначала подумаем о том, что нужно сделать. Необходимо вам, как бы все делать по моим советам. Смотрите, вы еще должны скачать, ну а потом в этом видео расскажу. О, кстати, вот, смотрите, если вы выпускаете видео взлом или монтаж, или какую-то музыку, вам нужно сразу делать шортс на это же видео. Ну там вы это видео выкладываете, выбираете секунду, сколько она будет идти, но она может заканчиваться в любой важный момент. Но это ничего, зато будет хорошая аудитория. Смотрите, вот мой канал. Когда у Бори будет день рождения, это видео будет у вас на моем канале. Итак. Вот там фигню смотрю. Управление видео. Вот. Это видео на Ютубе. Вот как переводить деньги.
Реально работает. Прикольная у меня карточка. Сегодня 100 рублей мне тут отложил. Если вас надеюсь. Спасибо огромное вам, кстати. Смотрите, вот загрузка, когда вы... Ну, вы там нажимаете «Изменить» на карандаш. И вот, пишем «Лето». Ой, сначала вот это. Потом я уберу решетку, потому что так хэштег не получится. Вот у вас так не хард мог вам хоть скажет. У вас так не получится. Итак, вот, теперь можно. Все. Теперь пишем опять «Лето». Но уже всегда, что попадало название «Лето». Музыка «Лето». Чтоб они писали, неважно какая конкуренция, большая, низкая или вообще здоровая. И видят ваше видео. Когда пишут любой вопрос, может, чтобы хэштег тегов у вас такой, тогда ваше видео будет в топе. И вот так вот вы должны оптимизировать его. Вот таким образом. Ну, больше букв, ну, это желательно иметь. Итак, музыка «Лето». Опять пишем. Ну, Данил, правильно я делаю, как бы. Ну, кто-то напишет «Данил». Найдет видео. Опять пишем. Уже и «Лето». Ой, ошибся. «Лето». Песня. Ладно, опять пишу. Ну, теперь я пишу опять имя. Итак, ой. Как будто поехала крыша у меня, но нет. Опять его выворачиваем. И вот сюда вот не делал теги просто, не знаю. Вы сами делаете свой тег. Теперь давайте вставим ВЗ подписка. Я понял, что нужно вставлять ее ВЗ подписка. Это правильно, оказывается, было. Все правильно. ВЗ подписка. Вот. Он будет без... Как больше тегов делаете? Давайте «Лето», но теперь за больших букв. Вот, «Лето». «Лето». Вот. Опять «Лето» вдувать. «Лето». Ой. Может, немножко не крышу. «Лето». Оставляем уже больше. Теперь пишу просто музыка. Все. Уже музыка Данил. Музыка Данил Балашов. Вот. Музыка Данил Балашов. Теперь у нас еще. Ну вот. Вот такие больше. Как можно больше тегов пишет. Теперь просто пишем ВЗ. ВЗ. Подписка давайте еще напишем. И на этом закончу эти теги. И покажу, что дальше мы будем делать. Много не делайте. Ну, желательно зарядка разрядится. Ну что, пишите больше тегов, а зарядка садится телефона, и поэтому, ну, если на компе, то желательно. Ну, это как бы ваше условие. Я-то вас не дома, не решаю. С большой буквы наша английская. И вот, все. Всем мы закончили. Все хэштеги, теги, мак-теги уже.
главное на видео сделать это. Ну, итак, с этим разобрались. Смотрите. Вот, давайте вот смотрите мое видео. Все правильно тут у меня пока что. Если я могу гарантировать. Так вот. Смотрите, еще тут есть вопрос. Это я вам показал, как набирать просмотры. Но самое главное, как набрать подписчиков. Я вам слушаю, из Телеграма их не накручиваете. Через каких-то флексов сама мне желательно. Потому что не то смотрят видео, то не смотрят. Еще деньги из-за этого теряете. Но я это не делаю через ПЦСМ пока. Видите, я захожу на свою карту. А у меня там вообще баланс. Ну, мам, мне пока не положили. Баланса мне мало. Хвостиков мало. На моей карте. Так. Передаем вашу. Готово. Смотрите. То все, сейчас погрузка. Вот. Я 16 рублей, должно потом прибавиться. Вот, все в моей карте. Кстати, как сделать страну, я скоро сниму, что пока мне не бывает время снимать, то за котом ухаживать и так далее. Все-таки обновление я верну, как помните, я вам рассказываю, как это будет обновление навсегда, но все равно можно его вернуть, скачав из Play Market. Итак, с этим разобрались. Итак, вам нужно как больше игр, потому что вы должны... Сначала, вы не знамениты, и никто вас не хочет смотреть. Да, ребят, это я вам должен сказать. И еще самое важное. Вы должны придумать тему, на какую вы будете снимать. Сначала вы хотите снимать, как заработать деньги. Потом, как вы поехали отдыхать. Потом лайфхаки по 5 штук в день. То у вас 100% ничего не получится. Потом игры еще. Это еще хуже будет. Тогда вообще летит. Вы их удаляете, если вы уже увидели видео. И еще. Снимайте все видео. Если они не набирают просмотры, вы их должны удалять. На моих, но если мало, 10 удаляйте. Если 9, удаляйте. Ну вот если там... Ну, где-то 109 или 100, ну, столько, или 1000, или 80, или 600 тысяч, или вообще 1000, или 1 миллиард, либо еще там, либо 800 штук, то это хорошая аудитория, либо же... Тоже неплохо. Ну вот если у вас либо 1, либо 2, либо 9, либо 8, все, удаляйте это видео. Значит, оно никому не интересно. Даже если лайков мало. С этим разобрались. Смотрите. Необходимо приложение YouTube и все компании Google. Ну, много не скачиваете это место-нибудь, да? Итак, теперь мы заходим в маркет. И мы должны писать, как бы, код для монтажа мы должны. Это капкан, сейчас покажу, что нужно там делать, как все выбрать. В принципе, возьму какое-то видео. Смонтирую вам, покажу. Сейчас покажу ко мне. Подождите, капкан. Всегда включает у вас же беленький экранчик, если на Samsung Galaxy или только.
Ну, новая версия Samsung, уже новая версия Samsung, вы еще не купили, сломайте, продавайте свои старые Samsung, покупайте новые Samsung, новая версия, но у меня сейчас нет бабок на новый Samsung, это у мамы там новый Samsung. Вот. Вот на плюс это нажимать, тут подпись. И вот. Давайте. Начнем мою любимую заставочку. Давайте вот это, например. Что у меня? Можно. Вот. Нажимайте давай. Выбирайте все, что вам нужно. Нажимайте на стрелочку. И все, идет скачка. Если большое видео, будет долго. Если маленькое, быстрее. Если вообще какую-то одну минуту, тогда вот. Я понимаю. Будет идти очень быстро. Ну все. В принципе, больше не о чем объяснять. Всем спасибо за просмотр. Всем по поки-поки, чпоки-моки.